Доброе утро, мои дорогие. Показываю, что мне пришло с Алиэкспресса. Во-первых, заказывала я себе на день рождения камушек лабрадорита. Господи, как же он... Где же видно-то, не видно. Вот, вот такая у него иризация. Вот. Я себе заказывала на день рождения, и как оно только пришло, я сразу колечко сделала. На эпоксидку посадила, и все. Было у меня такое кольцо раньше, я вообще... Лабрадорит — это любимый камень мой. Вот. Было у меня кольцо такое, но 4 года назад на корабль я поднималась в Севастополе. И по трапу стукнулась об металл, и у меня оно улетело в море. Но то было гораздо шикарней. Это так вот только боком, когда поворачивает, видно. Ну ладно. Так. Вот пришла вот такая зубная щетка. Деревянная. Вы знаете, вот так надоедает пластик. Везде один пластик. И так приятно в руках держать дерево. Вот ложечки дочка заказывала. Какие же они приятные. Хорошая зубная щетка. Прям хорошая. Надо будет еще заказать. Стоит она что-то 42 рубля, по-моему, заказывали. Ну, прям вот... Чудесная. И вот пришло еще одно разочарование. Заказывала яркие, красивые бусины. Яркие. Желтые, красные всякие там. Ну, ссылочка будет. Посмотрите. А пришло вот что. И теперь у меня этих зеленых бус... Ну, спор открыли, понятно, что там деньги вернут. Но ждешь, ждешь одно, а иногда приходит совсем другое. Ну, я-то найду им, конечно, применение. Но... Вот, и хочу вам похвалиться, вот что я сделала в последнее время. Вот такой сделала я чокер. Вот это флюорит. Вот. Можно, конечно, и на цепочку, но вот такие чокеры у меня есть, поэтому вот я сделала. Вот хочу очень вам похвалить вот эту фурнитуру. Ну, не знаю, во всяком случае, вот я ее обожаю. Потому что она, во-первых, это медь. Она еще и разбирается. Вот эти вот штучки, они все отделяются. Вот такие серьги. Это авантюрин тигровый. И вот эта вот фурнитура. Я ее разобрала, и вот так вот она. Вот такие серьги для такой смелой женщины, которых я обожаю. Смелых женщин. Вот такие вот серьги. Вот, ссылочка будет под видео. Вот их можно смело заказывать, вот эту фурнитуру. Я уже ее не один раз заказывала. Приходит всегда все хорошо. Вот. Сегодня такое видео маленькое, небольшое.
А это пришли сенегальские косички. Будем наводить красоту. Очень быстро пришли. Прям я вообще не, меньше 2 недель. Вот, ну насчет качества я не знаю, потому что я близко других не видела. Ну так вроде все прилично. Будем наводить красоту. Вот заказали 3 пакета. Не знаю, хватит на голову или нет. Но потом будет результат, я вам покажу. Вот так что вот такая красота. Ссылочка под видео будет. Так. Пришла у меня батарейка. Вот такая батарейка. Вот в такой коробочке. Это батарейка для вейпа. Ну, кто не знает, что такое вейп, это электронная такая сигарета здоровая. Вот. Пакетики, запечатанные в коробочке. Вот. И пришли у меня вот такие, ой, бусины. Не знаю, темновато может быть. Не знаю, сейчас я вам покажу. Ой! Вот такие бусинки. Они такого кофейного цвета. Ну, понятно, что это крашеные. Это, конечно, не камень, это стекло, видимо, крашеное. Но они мне понравились из-за того, что они вот такие прям... Прям даже не знаю, как сказать. Ну, вот такие понравились мне. Вот, тут их, значит, по 10 миллиметров. 20 штук. И по 8 миллиметров 30 штук. Вот. Такие вот бусинки. Ну что, мои дорогие, пришел у меня стабилизатор для камеры. Вот такая штука. Вот. Ну, я еще пока не собирала. Ну, короче говоря, тут... Господи. Вот тут где-то ручка. Все. Но хочу сказать, штука-то тяжеловатая. Таскать-то ее так. Ну, ладно, зато хоть не будет таких раскачиваний. Вот. Пришла быстро, потому что высылают ее... с территории России. Люберцы, по-моему. Вот. Пришла быстро. Вот так упакована. Хорошо. Вот буду снимать уже с ней. Тогда вам скажу, как она. Кому нужно. Вот. Теперь что? Очки у меня пришли. Тут и чехольчик, и тряпочка. И так упаковано. Ни разу у меня вот сколько очков приходило. Все приходили абы как. А тут прям все так упаковано. Ломаю я свои очки. Я на них то сяду, то еще чего-нибудь. Вот пришли вот такие вот цветные. Так, ничего, смотрится хорошо. Так. И вот что еще у меня. Пришли у меня чокеры вот такие, но я, конечно, расстроилась. Потому что сами они под медный цвет, а застежки, ну, белые. Не знаю, но я уже сделала. Штучку такую. Вот такую вот штучку. Сейчас я вам поближе покажу.
Вот такую вот штучку. Это флюорит. Здоровый кусок такой. 3 сантиметра на 2 сантиметра. Ну, 2 сантиметра и 2 миллиметра. Такой вот здоровый кусок. Такой прозрачный. Вот, сделала вот такой чокер. Ну, конечно, меня расстроило, что замок другого цвета. Ну, бывает. Бывает. Это же Алиэкспресс, все бывает. Ну вот, так что теперь мне опробовать надо стабилизатор. Что-то надо будет снять. Вот. Ну, а вам, дорогие, пока-пока. Ой, ну и, конечно, как всегда, забыла. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и до новых встреч. Не видно, да? Ни хрена.